Центральный пруд Баранка – излюбленное место одинцовцев. В зимнее время он превращается в каток, и любой желающий может совершенно бесплатно прокатиться на коньках, принять участие в турнире по хоккею или самостоятельно дойти до известного островка с оленями и сделать модное селфи. А в летнее время Баранка становится своеобразной зоной отдыха и пользуется большой популярностью среди любителей рыбалки, ведь именно там проводятся соревнования по рыбной ловле. Каждый может найти свой уголок возле озера, посидеть в теньке, полюбоваться фонтаном, устроить пикник или же просто отдохнуть от городского ритма. Раз в 2-3 дня прихожу сидеть на наше озеро, просто посидеть, посмотреть на красивые кувшинки, которые у нас есть, слава богу. И первый год почему-то это озеро не чистили. И оно заросло настолько, что оно может пропасть. Это единственное место в нашем городе, где вот люди, горожане, с детьми могут прийти посидеть, посмотреть. Однако за это лето визитная карточка города приобрела ненадлежащий облик. Обросла водорослями, кувшинками, вода помутнела. На пруду также появились банки и пластиковые бутылки. Последнюю чистку пруда делали 2 года назад. 10 августа на Баранке начались очистительные работы по просьбе одинцовской администрации и активистов города. Почистить пруд, чтобы чистый был пруд. Конечно, плюс день города на носу. За 2 дня работ Баранку очистили почти полностью от водорослей и мусора. Сотрудники Одинцовского городского хозяйства пообещали, что уже к концу этой недели пруд вернется в прежнее состояние и вновь будет радовать своей чистотой и красотой. Слава богу, что администрация нашего города наконец занялась вот этой проблемой. Не стоит забывать и о том, что надлежащий вид достопримечательности города зависит не только от плановых проверок, но и от самих жителей. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».